Работу коллектива школы или детского сада сейчас уже трудно представить без хорошего педагога-психолога. Специалист этой важной профессии оказывает помощь детям, учит их общению, помогает находить выход из затруднительных ситуаций. Именно он может увидеть проблему свежим профессиональным взглядом и найти способы ее решения, посоветовать родителям, как найти подход к ребенку. Конечно, педагогам-психологам нужно в совершенстве овладеть всеми инструментами взаимодействия, а для этого значение конкурса профессионального мастерства трудно переоценить. Муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани-2018» прошел на базе 5-й средней школы. В нем участвовали 9 конкурсантов, представляющих различные образовательные учреждения города и района. Начальник управления образования Славянского района сказал в адрес конкурсантов самые добрые слова, пожелав им успехов в профессиональном состязании. Надо ли говорить, что участие в престижном конкурсе заставило даже опытных профессионалов поволноваться, но они сумели справиться со своим волнением и стартовали на первом этапе каждый со своей визитной карточкой, где представляли свои учреждения образования, рассказали о том, как работают, на что обращают особое внимание. Следующее конкурсное задание – консультация родителей или детей. Это был, пожалуй, самый сложный и ответственный этап. И завершился конкурс блиц-турниром. В форме беседы, в непринужденной обстановке, конкурсанты изложили свою точку зрения на актуальные психолого-педагогические вопросы. После подведения итогов участники и призеры были награждены почетными грамотами. И вот пришло время назвать победителя. И абсолютным победителем сегодняшнего дня, всех трех конкурсных дней, всех заданий, самого конкурса краевого «Педагог-психолог Кубани» является Пивнева Юлия Михайловна. Юлия Пивнева, которая одержала уверенную победу, не скрывает своей радости. Все-таки победитель, это очень приятно. Я рада, что поучаствовала в этом конкурсе. Желаю большой удачи коллегам в дальнейшем профессионального мастерства. Это такой аванс, который мы должны оправдать в дальнейшей своей работой и своими новыми профессиональными достижениями. На этом, естественно, останавливаться мы не собираемся. Призер конкурса Наталья Крючкова далеко не новичок в профессии. Ей есть что рассказать другим, и вместе с тем она не устает учиться новому. Самым сложным для меня было это консультирование, потому что было ограничено время, а самым интересным и новым было это блиц-опрос, блиц-турнир, который проходил на конкурсе. Настоящей школой профессионального роста стал конкурс для педагогов-психологов. Они смогли обменяться опытом, сделать еще один шаг вперед. Они у нас получаются настолько необычно разными, потому что психолог, он должен быть разный. Один такой воодушевленный, всех зовет родителей к себе, другой более сдержанный, заведение накладывает отпечаток. Это школа, я психолог, ко мне придут. Ну, другой там более раскованный. Поэтому мы все разные. Победители, кто сегодня достойные люди в своей профессии, в своей организации смогли представить. Конкурс завершился, и его главный результат – открытие новых интересных имен в этой нелегкой, но очень нужной для всех работе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».